Днем среды в южном микрорайоне около остановки Сурикова водитель Toyota Mark II проехал перекресток на красный сигнал светофора и на полном ходу сбил молодого человека на зебре. Пострадавший получил серьезную травму, он доставлен в больницу. Наезд совершил 21-летний автолюбитель, получивший водительское удостоверение в прошлом году. Молодой человек ехал по улице Краснореченской в направлении Суворова в первом ряду. Пешеход пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения иномарки. Водитель Марка говорил, что видел человека на обочине, но и подумать не мог, что уже через секунду познакомится с ним лично. Думал, что он посмотрит хотя бы по сторонам, а он не посмотрел. И получилось так, что он просто вышел на дорогу, а я не ожидал. А сигнал светофора какой горел? Желтый. Ну, я на желтый заезжал. У вас скорость большая была? Ну, я не превышал, допустим. У меня было 72-75. Наезд зафиксировала одна из камер наблюдения. На этих кадрах видно, что на обочине стоят двое людей. На светофоре водителям загорается красный, и будущий пострадавший делает шаг на зебру. Автомобиль, едущий слева от «Тойоты», останавливается, а сидевший за рулем седана продолжает давить на педаль газа. Удар был такой силы, что пешехода подбросило в воздух. Раненому вызвали скорую помощь, медики увезли его в больницу. После осмотра у 25-летнего хабаровчанина врачи диагностировали закрытый перелом большеберцовой кости левой ноги. Водителю Марка придется ответить не только за наезд на пешехода, но и оплатить вереницу штрафов за отсутствие аварийного знака и страховки, а также за разные колеса на оси. С места происшествия Ольга Кошелева, Анастасия Манина и Андрей Алферов.